Сегодня мы проводим праздник двора и надеемся, что вместе с вами сделаем его добрым, веселым и по-семейному теплым. С предложением о проведении торжества к сотрудникам Инкинского дворца культуры и техники обратилось руководство управляющей компании. Совместными усилиями устроили праздник для горожан. В этом году решили устроить фестиваль красок, чему особенно радовалась местная детвора. Получите сегодня хороший положительный заряд. И с этим зарядом все выходные проведите. Замечательные артисты и ведущие помогут нам в этом сегодня. Спасибо, давайте веселиться. На сцене развлекательная программа с песнями и танцами от артистов Дворца культуры «Октябрь» и местных самодеятельных коллективов. Впрочем, на сцене мог выступить любой желающий, рассказать о родном городе, доме, соседях. Самых активных и смелых интинцев ждали подарки от спонсора праздника. Праздники двора нужно постоянно отмечать, так как это сближает людей, соседей. Проще общаться становится, решать проблемы совместно. Праздник двора – полюбившееся интинцам мероприятие. Жители могут получить заряд позитива, познакомиться с соседями, поделиться новыми впечатлениями. И в итоге посмотреть другими глазами на свой город, двор и дом. Денис Черных, Ольга Доценко, Петр Курдашов, телеканал Юрган, Инта.